Всем хорошего настроения! Сегодня у меня на обзоре очень полезный товар с AliExpress. Полезным он будет как для девушек, так и для парней, которые хотят сделать теплый подарок к Новому году для своих девушек, женщин или мамочек. И как вы, наверное, уже догадались, это женская теплая зимняя шапка. Сначала я хотел записать совсем другой обзор. Но вот буквально только что получил вот эту шапку, которую я заказал для своей жены на подарок, и она настолько понравилась жене, что она уже выбирает еще одну такую же шапку, только другого цвета. И поскольку сейчас на AliExpress продолжаются праздничные скидки, которые начались в пятницу, эту шапку можно приобрести по очень хорошей цене. Вот я и решил, как можно скорее поделиться с вами удачной покупкой. Ссылку на эту шапку оставлю в описании к видео. Данный магазин очень быстро отправляет, и доставка в Украину длилась 10 дней. Я считаю это очень хорошим показателем скорости, плюс у продавца хороший выбор цветов. А теперь давайте рассмотрим внешний вид данной шапки, качество и дизайн. Заказали мы шапку в светло-сером цвете. На шапке присутствуют бирки, на которых указано название бренда и инструкция по уходу за шапкой, которая дублируется даже на русском языке. К сожалению, я на шапке не нашел состава, но на сайте у продавца указано, что материал состоит из 30% шерсти, 20% хлопка и 50% акрила. А теперь давайте я вам покажу внешний вид, а вы присмотритесь к качеству изготовления. Лично я не нашел ни одного брака, и к чему придраться. Швы ровные, вязка идеальная. Вот эти стразы так хорошо приклеены, что мне кажется, скорее шапка сносится, чем они оторвутся. А еще посмотрите, насколько ровные эти дизайнерские складки. Такое впечатление, что под линейку пришивали. Хорошо, внешне не нашел к чему придраться. В середине точно есть за что зацепиться. Смотрим. О чудо! И здесь все идеально. Умеют же китайцы за такие небольшие деньги делать достойные вещи. Кстати, шапка очень теплая. Она как бы двойная, и за счет вот этих складок затылок будет точно в тепле. Сейчас еще покажу, как она смотрится на моей жене, но перед тем скажу, что шапка удобная и моей жене очень понравилась. Ну вот и все. Если будут какие-то вопросы, задавайте. Надеюсь, обзор был для вас полезным. Если да, поддержите лайком. Буду благодарен. Всем хорошего настроения.